Стихию побороли. Областная власть дала позитивную оценку действиям профильных служб в ликвидации последствий стихии. Несмотря на ветер и осадки, все объекты особого назначения – больницы, пункты передачи электричества и транспорт – работали без перебоев. Об этом шла речь во время еженедельного совещания в обладминистрации. Три дня сложных испытаний сильным ветром и обильными осадками преподнесла непогода на прошлой неделе коммунальщикам, спасателям и всем профильным службам. В областном центре уровень осадков достиг почти 70 миллиметров, а шквальный ветер ломал деревья и рвал провода. Но несмотря на стихию, все службы отработали хорошо, заявляют в областной администрации. З перших днів забезпечили нормальне функціонування основних оперативних служб. Я скажу так, що не було відключення категорійних об'єктів, тобто всі лікарні, служби зв'язку транспорту, крім електро, працювали у нормальному режимі. Координація дій цих служб області, міста і оперативних служб відбувалася налагоджена робота, збоїв не було. Чтобы избежать осложнений в будущем, необходимо на областном уровне разработать и внедрить программу обновления системы ливневой канализации. С такой инициативой выступил председатель обладминистрации Александр Пеклушенко. Кроме того, руководитель региона предложил сделать совместно с Запорожье Обленерго карту проблемных электросетей, чтобы было видно, где линии электропередач требуют срочной замены. Нужно потребовать от НАСУЛЬКа, нужно в разрезе района иметь эту карту проблемных сетей, которые постоянно на порывах, и нужно иметь программу по замене на более эффективные, на более современные технологии. Также сегодня все, кто отличился во время ликвидации последствий урагана, были награждены ценными подарками от имени областной власти.